корм баффало для кошек мы уже попробовали, теперь будем пробовать корм баффало для собак. Наша собака уже, видно, ее ждет. Ждет, вот уже трясется, хочет попробовать. Тоже для обычных собак. Индейка. Прочитаем состав. Индейка и мясные субпродукты, в том числе легкие, трахея, печень, желудок, не менее 47%. Мясо птицы, натуральная желирующая добавка, растительное масло, растительная клетчатка, витамины, минеральные вещества, аминокислота L-трианин, биотин, глюкозамин на гидрохлорид и вода. Витамины и минералы добавлены. Протеина 8 грамм, жир 6,5, зола 2. Клетчатка 0,3, влага 82%. Так, с индейкой будем пробовать, да, пес? Пес у нас очень привередлив к таким жидким кормам. Вкусняшки он любит потреблять любые, а вот жидкие корма он выборочно ест. Так, что у нас тут? Сделано в виде паштета. Что-то я не увидела, думала, кусочки будут. В виде паштета. Ну, пахнет как мясной паштет, вкусненько. Сейчас попробуем ему положить. Знаете, такое ощущение, как рубленый. Не просто перемолотый, а как кусочки здесь встречаются. Главное, чтобы ему понравилось. Много ему нельзя, он у нас маленький. Вот. Такой паштетик. Так, и этот пес у нас тоже не любит повышенного внимания, когда ест. Поэтому мы сейчас поставим, посмотрим, будет ли он кушать. Если что, потом снимем, поел он или нет. Отзыв будет честный, как есть. Давай, покушай. Ешь, 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 Чадик, ешь, мы тебе не мешаем. Ну, что я скажу, ест, нравится. Просто некоторые корма он иногда понюхает, отойдет, подумает, есть ему или нет. А тут на баффало вот сразу начал есть. Даже мы его особо не смущаем. А вот кошечка наша полизала соус. Вот видите, там чашечка стоит и что-то отошла. Может, решила подумать, не знаю, попозже посмотрим, съест или нет. Главное уследить, чтобы Чарлик не съел. А то они друг у друга периодически проверяют чашки обязательно и едят. Поэтому вот сейчас мы кормим Чарлика здесь, а на самом деле у него место в другой комнате, чтобы они друг другу не мешали. Ну, посмотрите, ему прям очень понравился этот корм. Прям вылизывает. Все, съел. Оценил. Оценил на славу. Чашка пустая. Да, видите, больше не буду накладывать, потому что ну, он маленький, ему нельзя переедать. Он не чувствует меры. Поэтому так это помыть чашечку. Так, а за кошечку еще посмотрим, будет ли она есть. Для собак корм рекомендуем. Чарлик сказал, будем брать.